Звезды мирового балета дали в столице Украины, Киеве, единственный концерт. Признанные мастера танца показали самые яркие фрагменты из балетов «Клеопатра», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Жизель». Этот концерт для жителей города организовала авиакомпания «Трансаэро» в честь 20-летия начала полетов на Украину. Репортаж Александры Агиенко. У этого рейса номер остается неизменным на протяжении уже 20 лет. UN-201. Именно с него авиакомпания «Трансаэро» начала осуществлять полеты в страны СНГ. Пассажиров исторического рейса встречают в аэропорту Киева хлебом с солью. Генеральный директор авиакомпании Ольга Плешакова отведала украинского каравая и рассказала, каких результатов удалось достичь за эти 20 лет. Мы перевезли более 2 миллионов пассажиров, если быть совсем точным, 2 миллиона 100 тысяч человек. И летаем из 5 городов Российской Федерации, включая Москва, столицу, мы летаем в 5 регионов в Украине. По словам Ольги Плешаковой, «Трансаэро» постоянно стремится расширить возможности своих украинских пассажиров. Теперь они могут летать транзитом сразу через 2 московских аэропорта – Внуково и Домодедово. А оттуда в города России, СНГ, а также в США и Западную Европу. Расписание «Трансаэро» обеспечивает пассажирам удобные стыковки. А 3 класса обслуживания на украинских рейсах – комфортный полет. Отметить 20-летие полетов на Украину решили без традиционных корпоративных мероприятий. Вы знаете, как есть традиционный праздник, когда все встретились, значит, все, кто связаны какими-то корпоративными интересами, пообщались, поговорили. Это все здорово, безусловно. Но Ольге Санне очень хотелось сделать подарок не только корпоративным своим партнерам, но и всему городу Киеву. Галоконцерт звезд мирового балета «Душой наполненный полет» состоялся в Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко. Режиссер-постановщик – народный артист России Андрис Лиепа. Этот знаменитый танцовщик был первым, кому советское правительство разрешило работать за рубежом. И он выступал в составе труппы «Нью-Йорк Сити Балли». Сейчас он возглавляет благотворительный фонд имени Мариса Лиепы. И все концерты, которые организует, становятся уникальным культурным событием. На концерты зрители увидели самые яркие фрагменты из классических балетов в исполнении Ильзы Лиепы, первого солиста Мариинского театра Андрея Баталова, а также номера под музыку совсем не академических авторов, в частности, Владимира Высоцкого. Или куришь на дощах, или пьешь. В июне авиакомпания «Трансаэро» будет отмечать еще одну юбилейную дату – 20-летие полетов в Казахстан. И возможность увидеть концерт звезд мирового балета представится уже жителям этой азиатской республики. Александра Агиенко, Алексей Матвеев, RTVI, Москва.